нападающий и капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин, который, напомню, получил травму на чемпионате мира по хоккею со сборной Германии, не сможет продолжить выступление на турнире, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Это большая потеря для команды. Жалко, что у нас теперь нет такого игрока, особенно при розыгрыше большинства, сказал Владислав Третьяк после победы россиян над Словакией. Подробности о результатах чемпионата мира в ролике «Подсказка» будет вверху экрана. Капитан сборной России получил повреждение, при котором нельзя принимать участие в тренировках и тем более в официальных матчах. Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации. Капитанскую функцию в его отсутствии в матчах с датчанами и словаками выполнял Белов. Защитник сборной России Антон Белов и останется капитаном команды на чемпионате мира, сообщил главный тренер россиян Олег Знарок. Желаем Сергею Мозякину скорейшего выздоровления и побыстрее радовать нас своей игрой и, конечно же, закинутыми шайбами. Напомню, ближайший матч сборной России пройдет с Латвией 15 мая. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.